Здесь у нас вот такой вот шикарный станочек. Не знаю, кто нам его сюда приволок, но пользуемся мы им постоянно. Штука на самом деле прикольная. Вы видели, что я тяги хреначу каждый день. Мышцы настолько постоянно в тонусе, что они не дают позвоночнику растянуться. То есть такой разойтись, да, на места, на места. Вот. И в принципе массажем там, висом, как бы это все хорошо, но вот это упражнение, прям вот ты когда его делаешь, не упражнение его надо, а вот такой бою, вот чувствуется, как реально позвонки встают на место, вне зависимости от того, что у него такой большой мышечный корсет. Вот так, и главное не упасть. Тренизация хорошо. Вот такая вот штука. Фух. С подтяжестью получается. Под тяжестью собственного тела. О. Кстати, хотел вам, знаете, что сказать. Вот я вам рассказываю всякую там ерунду, показываю, как тренируемся. Хотелось бы, чтобы вы мне начали присылать свои видео со своих тренировок. Вот, на почту. И я вам буду комментировать то, как вы это делаете. Мне кажется, этот диалог будет намного интереснее и для вас, и для меня. А самые интересные видео я выставлю на своем канале. Поэтому, если друзья, американцы, австралийцы сейчас меня слышат, давайте, ребята, присылайте видюхи на rus-winner@mail.ru, и мы их покажем и расскажем то, что вы делаете неправильно, как это надо делать правильно. Вот, может, я чему-нибудь у вас научусь. Ни хрена я так не умею. А что умел, уже забыл. Все, мы кушать пошли. Уже обед.